Я ноут хотел купить. На сайте бесплатных объявлений нашел отличный вариант. Процессор 4-ядерный, да и оперативка хорошая. А самое главное, что цена в 2 раза ниже, чем в магазине. Ну, я на радостях и перевел полную предоплату продавцу. Потом, что потом, мошенник оказался. Ни денег, ни ноутбука. Сэкономить хотел. Ну как я должен был поступить правильно?